Все, подарки закончились? Сейчас лекция совсем будет. За кем? Найдем. Найдем, а ты за кем? Хорошо, я знаю. Таких, что нету? Я вот за... Потому что я уйду... Так у них тут тоже обед? Они уезжают на обед. Через полтора часа будет. Я не слабо верю, что через полтора. Примерно, когда вернемся, то тоже последует, я надеюсь. Но если получится сохранить. Сережа, если ты будешь уходить... Да, обалдеть. К даром пришел. Я иду на полтора часа. Один бусик только ездит, что ли? Ну, еще один. Заметный. Если не я, то я запомнила, так что не переживайте. Да. Хреново. Я иду вон малая там. Так, очень все, девочки, вы меня запомните, да? Если вы будете. Там еще все, мужчина, в общем, я ухожу, я буду. Мы будем. Мой муж. Добрый день. Для чего ты уже так знакомишь? Чтобы это, чтобы не приставали, что ли? Чтобы, скажу, мужчина, вы тут не стоять. Мужчина, вы не стоять. Ну ладно, что, вы будете стоять? Голодные. Давай, скажи, что такое. Маша, будешь стоять? Ну, что делать? Я схожу домой, отнесу молоко и хлеб, чтобы не держать. И не буду полтора часа. У меня там Коля сейчас уйдет на обед. И приду. Я тебя уже выехала. По новому очереди. Сейчас я спрошу, Жень, ага, вы впереди, а кто еще впереди вас? Так. Да. Что, через полтора часа успели? А я... Ты же сказала, вы же 16. Мне так тоже сказали, я пошла там никому не... Ты знаешь, что я иду, шла, вот эту молодую женщину, не знаю. И сюда поворачиваю, когда она не кусает. Вот он возле нас был. Полчаса назад была машина, мы взяли здесь. Я говорю, что не сказала? Не говори. Она говорит, Лариса брала про продукты, почему она вам там не сообщила. Я вот молодая женщина. Я говорю, у вас была молодая женщина. Вот примерно вот это, вот это. И слышу, вы уже стоите. А? Я, в принципе, только подошла. Только заняла очередь и все. Вообще, Ося приехала, ты приехала. Она будет до вечера у них. Ну да, ну все, ждите крайнего, последнего. Да, хорошо, значит, я буду лично за вами. Да. Ну давайте тогда я буду за вами и приду через час. Оптимально. Там вариант. За мной будете, да? Ну да. И вот женщина, не знаю, будет стоять. Тогда я вас двоих запомнил. Да, вот. Хорошо. Все, вот так. Баб, убрали мусор, да? Стоял тут. Отлично. Ладно, пойду тогда домой. Че тут буду? У них обед. Да. Ну ладно тогда.